сразу на моем лице гримаса. Потому что, ну что политикам? Ну, есть их очень немного, тех, кто не пользуется темными сторонами души человеческой. Их очень немного. Вот в этой низкой потребности собирать голоса они находят эту озлобленность, находят этот голодный взгляд, они находят обездоленных и обращаются к ним. Это благодатнейшая почва. Вместо того, чтобы помочь, взывать просто к ним, давайте эту ненависть распределим на всех. И возникнет, если они разожгут войну, они, не мы. Что нам-то? Чего нам-то? Они разожгут войну, вот такие люди, с мигалками. Он с этой мигалкой не поедет на войну. Я не представляю, что с мигалкой может по фронту разъезжать. Там надо сидеть в окопе, даже если ты маршал. Тебя все равно могут убить.